Приветствую, уважаемые зрители. Вот сегодня 11 октября, и у нас в Харькове, в городе и в округе последнее время довольно низкая температура ночью. Днем плюс 8, плюс 10, ночью до минус 3, минус 4. Может, где-то и больше. По всей видимости, как здесь. Я хочу вам кое-что показать. Вот такие интересные деревья у нас в Саржином Яру на Шатиловке. И октябрьские морозы, первые такие неожиданные, в 10-х числах и в первых числах октября, привели к тому, что листья не желтеют у деревьев и осыпаются, как обычно осенью. И они вот за эти ночи, видите, перемерзли и превратились в такую интересную духу. То есть как тарахтят, как стеклянные. Но это днем сейчас уже плюс 10, а ночью минус 3, минус 4. Вот такое вот в природе бывает. Видите, как интересно. Вот это с человеком такое будет, если температура, например, как в космосе, там, на далеких планетах, в тени, минус 200. Тоже вот, или как опускают жидкий азот растения. Вот на улице сейчас минус 4. Я думаю, это так. Есть метео передавали до плюс 1. Другие метеослужбы минус 2, минус 3. Ну, сейчас посмотрим, что на улице. А на улице у нас вот такая ситуация. Растение с листьями, которые как стекло. Вот. Вот капуста. Осень пришла довольно резко. Вот видно иней и листья стеклянные, он ломаются. На машине тоже видна наморось. Я думал, это у определенных деревьев такое произошло. А оказалось, это у большинства деревьев вот после прошлой ночи вот такое случилось. Так что, по всей видимости, у нас не будет красоты золотой осени, как говорится, пушкинской поры. Однако не везде оказалась такая ситуация. Это вот в Яру, в низине, там, видимо, сильнее мороз ночью был. А вот уже рядом на склонах, вот, тут уже листва так не сыпется, не лущится. Вот, мягенькая. Вот видите, листва под деревьями сыпется, соответственно, не желтая, а зеленая. У нас зеленый листопад.